Есть инфа, какие алтари. Так. Всем привет, ребят, на стриме. Что за опрос? Ну покажи. Сейчас покажу. Здорово, Вячеслав. Вот опрос, опросик. Ой, блин. Как же заебало болеть, вы не понимаете. Просто 4 дня болею, блядь, хоть бы хуй. Сейчас, ребят, таблетку выпью, минутку. У меня вообще, я не знаю, я уже боюсь, честно, Вячеслав, уже каких-то осложнений, блядь. Я не знаю, я, блядь, пью, нахуй, по два вида таблеток, блядь. Полоскаю горло, блядь, двумя видами, блядь, жидкости, нахуй. И просто пиздец, блядь. Сначала просто горло было воспалено первый день. Вечером температура. Короче, смысл, что сейчас у меня, блядь, в одно ухо стреляет. Или, знаешь, так, типа, отдает, блядь. Вот слушаю телек, у меня, блядь, как будто две, сука, колонки не настроены, блядь. И горло пиздец, блядь, еле глотаю, нахуй, бать, я сплю, блядь, по часу, я ебал, блядь. Температура, я откуда знаю, думаешь, у меня градусник есть, блядь. Я ж, блядь, ебаный бедный родственник, блядь, нихуя не запасал, блядь. Жил год, блядь. Ну, хули, я болею редко, поэтому, блядь. Когда только жареный петух в жопу клюнет, блядь, только начинаю, нахуй. Сейчас, секунду. Так что как-то так. Я думал сегодня уже не подключать, но думаю, сейчас часик попиздим. И все, и пойду, наверное, лягу, блядь. Пизду этот айон, блядь. Знаю, я вообще сегодня за компьютер не садился, блядь. Да температура невысокая. Была там во второй день, что ли. Я 4 дня уже болею, блядь. 4 суток, блядь.
И что-то, блядь, ну, меня волнует то, что лекарства не помогают, понимаешь? Типа, так не должно быть. Врача, ну хуй знаешь. Врача, врача. У вас как тут дела? Рассказывайте. Ну, сейчас посмотрим. Видишь, я разные таблетки пил. Посмотрим. Привет, привет, Ритма, привет. У меня голос, но голос у меня жесткий, да. Ну хули, 4 дня болею уже, вредно. Я думал сегодня не включать стрим, если честно. Просто думаю, сейчас хоть часик посижу. Вообще, в общем, я подрубить хотел из-за опроса, из-за рулетки. Тут интересные намеки, потому что мне сегодня скинули скрин с Евроофа с форума. Сейчас. В общем, из интересного. На выходных я вам расскажу, ребят, стримчик будет небольшой.
Я думаю, полчасика, может, часик и все. Вот. Потому что сами слышите меня. Вот. По здоровью рассказывал там в начале, если что есть. Пью Кагацел, что-то он нихуя не помогает вместе с парацетамолом. Абсолютно не помогает. Я вообще не знаю, блядь. Из новинок то, что алтари, ой, блядь, алтари, рулетку ввели в шоп, интересную. Интересную тем, что там 4 эссенции падает, 10 камней эпических на выбор. И что-то еще. А, из-за 150 кручений дает стигма 15-я. Ну, 150 кручений, ребята, это дорого. За 15 тысяч рублей 15-я стигма, вот, это вообще ужас. Спасибо, спасибо, Кирилл, спасибо. Вот. Пойти на жабку, не пойти, похуй. Так. Ну и, конечно, второй прикол — это опрос. Давайте я вам его покажу и разберем. Почему этот вопрос вообще появился сегодня? Это все мои предположения, ребят, но я думаю, в них есть какая-то доля здравого смысла. Смотрите, евро просто покосило фришки. Вот. Единственные ребята, которые играют на фришках адекватной версии, могут указывать только, что они играют на офи, блядь, чтобы их не забанили. И то, если кто-то из Геймфорджа захочет разобраться, либо увидит рекламу, их просто разъебут. Вот, я уже сегодня это видел. Появляется такой опрос. Показываю вам его. Опрос на тему ваших предпочтений в играх. Ответ на вопрос: получи плюшку. Какая бизнес-модель? Buy to play, pay to play, free to play. То бишь, платишь один раз при покупке игры, платишь за ежемесячную подписку. Магазин с космическим предметом, не увлеченный игровой. И free to play, игра бесплатно, присутствует игровой магазин. Сколько ты считаешь приемлемым тратить на игры в месяц? Как бы давайте, наверное, тогда голосуем или что? За 23 тысячи нормально, менеджер. Вот. Ну или подписка, или buy to play. А, можно одну. Ну, подписку можно. Сколько ты считаешь приемлемым тратить на игры в месяц? 500 тысяч. Вот. Что, на твой взгляд, должно продаваться в игровом магазине? Несколько нельзя? Премиум подписка, да? Обновление в игре. Раз в 3 месяца или чаще. Новые сервера в старой игре с той же версией, тем же контентом. Типа открыть новый сервак, ну, версии 7.0. Я не знаю, ну, типа... Я лично ответил, что ничего не имею против, но сам бы не пошел. Вот так. Как ты относишься к классике мастер-серверу в играх? Смотрите, почему появился этот опрос, как я это вижу. Ребята прикинули хуй к носу, что сейчас GameForge им открыл просто величайший рынок для возможности создавать мастер-серверы, либо какие-то еще варианты, и узаконивать через стримеров, привлекать аудиторию и все остальное. Вот. Поэтому я вижу это так, что... наши локализаторы, но это мое только мнение, никому его не приписывайте, это бред больного Андрея. Наши локализаторы просто думают, им сейчас по сути выгодно
Ну, по-хорошему открыть какую-нибудь фришку. Вот. Типа, ну не фришку, а именно открыть классику какой-нибудь там 3.0 серии, там 4.6 серии. И привлечь туда стримеров и аудиторию. Вот. Вот. Новый сервер не имею, не пошел. Как относишься к классике? Тут не знаю. Вот. Сейчас, секунду. Так, я тут. Сори. А, можно котика легчата убрать. Да, они там на жабку пошли. Далее, получается, что? Как ты относишься к классике и мастер-серверу? Ну, типа 3.0, 4, 4.6, 4.0 версию. Ну, я не знаю, типа. Может быть, если бы это была официалка, ну, чисто твинка создать, почему бы и нет? Я думаю так. Побегать, вспомнить старое, там, не знаю, походить в бастионы, повыводить собак, позабирать по ресурсы и так далее. Вот. Как-то так. Но это GameForce вообще поборолся с фришками. И Нова бы не смогла так сделать, я так понимаю. Дальше. Сколько времени? Более 5, лишь бы в радость. Сколько сейчас? В районе 3-5 часов. Какая версия, на твой взгляд, была самая удачная в районе? Но я думаю, 4-8 и более ранее это... Я думаю, что 4-8 и ранее. К магазину цены, наверное. Пошел ли бы ты играть на NovaCS с моделью Pay to Play? С ежемесячной подпиской. Тут, как бы, видите, закидывают удочку именно сервер сделать без доната и привлечь туда народ. Ну, я не знаю. Я считаю, что я бы не пошел, но думаю, для тех, кто сейчас не играет, это было бы классно. Вот. Может быть, ответим. Все. Сколок. Может, на пита успеем? Ля тут лагает. Так что как-то так. Ну и поэтому, мне ответили, что, почему я говорю, что типа, почему это, ну типа, имеет под собой подспорье. Мне прислали скрин с официалки с Евро, с GameForge. Есть место Вали, нет? А, собирай новое, я понял. Ладно, постою, куда.
Там один из, я не знаю, кто это, это комьюнити менеджер, да? Он написал, что мы будем, мы приняли и будем принимать действия против частных серверов настолько, насколько сможем. И мы обязательно примем меры против людей, которых продвигают. Это просто незаконно, и мы не можем игнорировать это. Я не буду здесь останавливаться на том, насколько вредны такие серверы для Ion или любой ММО. Но в двух словах, Ion не будет работать без разработчика, NCSoft и официальных издателей. Мы должны принимать меры, это входит в наш контракт в качестве издателя. Так что, ребята, все те, кто стримят фришки, ну вы сами понимаете, что все те, кто стримят фришки, либо пытаются их стримить, как бы... Вот. Сами понимаете, что если GameForge охотится за фришками, то тут... О, у меня тепленький. Вот, поэтому, ребят, смотрите, что будет. Будет, скорее всего, какой-то попытка издателя просто сделать свою мини-фришку, а именно классик, либо какую-то модель новую. Вот. Поэтому, ребят, ждите вестей. Я думаю, сейчас ребята с GameForge и Нови просто сделали такой подарок, что им грех не воспользоваться. Отсюда и этот опрос. Я так это вижу. Бля, как мне хуёво, а. Я бы пошел, лишь бы Дона не было. Ну вот, видишь. Так. Так. Рассказывайте, ребят, как у вас дела, пока я тут стримлю еще минут 40. А я планирую взять себе в работу еще и БНС, моя власть растет. Нормально, нормально. Красава, красава, Вячеслав. Блять, сегодня же еще осада.
меня, кстати, 2280 монеток. Смотри, не лопни от власти. Да, Вячеслав, конечно. Любитель власти. Если честно, ребят, сказать, я очень удивлен, что Game Forge взялись так серьезно и с таким упорством. Они, конечно, ну, тут уже как бы я, скажем так, не мог поддерживать фришки, либо как-то, ну, говорить, что это нормально, но ребята молодцы. Ну, типа, действительно, ребята молодцы, ребята просто почти за меньше, чем за 3 дня решили все проблемы со стримами фришек. Но это очень жестко. Я считаю, что это заслуживает какого-то уважения, наверное. Темный властелин. Это, наконец, Вячеслав, ты будешь донатить мне на стримы, что ли? Хотя бы 100 рублей? На KFC на какие-нибудь? Да я шучу, Вячеслав, не подумай. Ким мне нахуй KFC, блядь. Так. Ну, я накоплю следующие 2 евро и кину. Я понял. На чай, чаевые. Так, включу вам звук. Тот еще жмот. Ну, я не знаю. Не мое это дело. Они только одну жабу бьют. О, надо, кстати, эту полутать. Кваку. Квакинга. Как я заебался лежать, ребята, вы не представляете. Я уж, блядь, и по дому походил. И, блядь, посуду помыл, нахуй. Ну, блядь, просто пиздец. Видел? Мы его разобрали уже, Ульфрик, привет. Данмеров заставил. Ну, я думаю, это все из-за банов Геймфорджа. Что Геймфордж жестит. Из-за этого такой опрос. Я вам говорю, что, скорее всего... скоро у Иновы будет какой-то соседний проект по Айону. Либо это будет какая-нибудь старая версия, классик официальная. Либо это будет какой-то новый сервер с моделью, вот как они предлагают. Так что... Ну, это мои, конечно, мнения, но... Что-то, мне кажется, не зря это они... Понимаете, тут Геймфордж... А может, кстати, Инова и знала, что Геймфордж такое будет делать. Неизвестно. Ну, просто интересно, что GameForce, смотрите, как всех выкосил. А что это вирус, ваша контора и тут, решила и тут вопрос? Новое. Нормальная же система. За подписку. Так. Ну, типа, хотите вы как играть, за подписку или так. Один раз купить игру или free-to-play? Может, хотят продать игру каждому там по 10 тысяч, блин, и свалить за кадр. Так, я думаю, что туда пойдут. Я не знаю, хз. Душе не знаю, кто куда пойдет и пойдет ли.
Просто я думаю, для аудитории стримеров, которых забанили, ну не забанили, а страйканули, это было бы каким-то выходом. Это начать играть на Руофе, набирать какую-то аудиторию на новом сервере или на новой версии. Ну, типа на какой-то из версий. И ловить на этом какой-то хайп-движуху, ну и на другой платформе, скажем так, рекламить свою фришку. Конечно, хуёво так говорить, но я думаю, это одна из панацей. Кстати, ребят, никто не крутил рулетку? Ну шо вы тут хлопцы? Ну вот проблема, у него нет очков. Да погибаю, шо, блин. Болею, блин, пипец. Аэрограф купил, ого, ГЦ. Почем? Вообще болеет не только кема. Кто кого вызвал? Там не забудь, что НП еще бьют своего РБ. Так вот, вот. Офигеть, это они еще первого добивают? А почем? Почем купил? Я и подумал, что может второго шизы. Ты бы знал, что они там все одеты. Твинки одеты лучше, чем они. Сколько их там человека бьет? Вирус. Ну чё, я думаю, ребята, так что Вирус. Ждите анонсов в октябре вот. Или позже, к Новому году. Короче, желающих больше нет, вот. Только Бронзепалка хотел, но ему сказал, у него 51 очко осталось, и он как бы не сможет забрать. Мы тогда будем призывать обычного или вообще не будем призывать? А, в смысле, ты купил акцию за 3к и скрафтил аэрограф? Давай обычного разнообразия призовем. Жёсткий. Камни паролит там. Им это нравится. Да, пойдем того, заберемся, Вейд. Бля, что-то мне нахуй под конец этот сезон вообще не нравится. Так закрутили последний сезон анархии. О, классики подумают. Ну, каталамы могут за быть, да, нет, неудачные. Для КП. Ну, обычно будет стоить, как обычно. Убьем одну, я не знаю, там, наверное, рассосется еще часть народа. Добьем и разойдемся, и как раз осада. Ну, будем посмотреть, конечно. Да, ребят, кстати, на выходных, просто если я буду в состоянии встать с постели, мы пойдем на ПТС опять на третьего пита в пробу. Ходит на РБ, блин, а потом покупает телефон, все нормально. Ну, короче. Здорово, как тебе новый ивент в АФК? Привет, Владислав. Прикольный. Плюс монетки этого легиона, это заебись. Или ты про какой? Про камни, где открывать ячейки? Не знаю. А чё, у меня реально голос другой, ребят? Или нет? Или это все херня? Нет, пошёл призывать. Так. Кольчейки заключи.
Ну и чеки заключи, хуй знаешь, там надо донатить и много. Корону у мародера. А так, ну чё, одного героя можно вытащить нормально. Я бы хотел лучше, братан, не ивент, а как бы не смешно это звучало, глотать нормально. Снимите с меня новую жабу. Даже не смешно. Чё, я подбираю роллов и однако? Все, всем спасибо, изи аэрограф был. Че, кому там говорить? Кому корону? У тебя голос примерно как у Кеми, хуёво, в общем. Я понял. Корону королевишни. Ну реально, как воп выступает, тоже всё. Классику запустил, вот круто, да, сначала делать куда она хуже. Вот так уже стоит приобщать. Так разумы сидят. Я не знаю, сейчас может кто-нибудь выйдет. Это ты еще кому комплимент сделал? А что, блядь, это полный союз, что ли? Ну, булки есть, он наруж, пусть они в это. Тиффани, подойди ко мне, я тебе отдам, я к проходу ближе стою. Чё, много жаб захуячили, блядь? Девятый, блядь. Суки, петушара, не дождались, я не блядь. Лучше б ты спал. Я ступил, я уже бегу, блядь. Кема мне там кашу. Авансом за прошлые жабки можно очистить? Вали. Тиффани, не надо аэрограф? Почему не надо? Ну, я говорю, подойди к проходу, я отдам. Тимусик, не любишь ты совсем. Не пиши, ну. Ганнеров бедный. Так, проверить уже. Так. Кетель, там не наша жаба. Я понимаю, просто проверить, сколько вы захуячили. Не, я не писал, я говорю. Так. Раз лежит. Ну, да, ребят, подписывайтесь на канал, пользу, ставьте лайки. Пиши, я не знаю. Буду премного благодарен. А где писал? Ты писал? Я тебе... А третий бьёте? Кетель-то не наш. Понял, я просто проверил. Чекнул. Третий бьёте? Ну ладно, тогда не особо потерял. Всё, отдал. Ты просрал 10 очков до КП, Кетель. Лошар. Кема, а чё с тобой? Ты там чё, слегла, блядь? Гик заразил по-любому, блядь. Бля, я-то как при чём тут? Ты ж там тоже... Ты ж там тоже при смерти, блядь, вроде бы. Ну да. Вот, вот. Передалось. В разных концах света, блин, мой. Циклон от вас, короче. Общаетесь, воздушный да, циклон от вас пришел, блин. Центральную часть России. Шутники, сука. Игровым путем передает. Новый тип вирус. Кстати, Сину тоже нужно пересломать. Дикие воздушные поцелуи в письма упаковывал и отправлял. И заразил. Да, да. Мне сегодня, знаете, ребят, но сегодня же пятница, вечер. Друзья звонят, говорят, поехали пивка попить. Я говорю, какое нахуй пивко, блядь. Я неделю нахуй лежу дома, блядь, ёбаный в рот. Пивко, блядь.
Я думаю, такой, о-о-о, говорит, ясно, нахуй. Сиди, говорит. Сиди, блядь. Суки. Ты потом питаешь ли? Стой, как они его долго били? Кстати, когда болит горло, чеснок же есть нельзя, правильно? Когда глотать больно. Я вчера, блядь, супа с чесноком поел, блядь. Я ебал, я полночи мучился, блядь. Просто пиздец. В 5:30 ночи, ребята, пил чай с медом, блядь. Потому что я, блядь, на стену лез, нахуй. От этого ебаного горла, блядь. Или можно чеснок, и я просто гоню по незнанке. По поводу того, что гик винаду, я согласен, у Гладов. Гик всегда винат, и вирус, Вячеслав, и вредный. Я-то в чем это так полыню приторговываю. Да все виноваты, а вы вообще виноваты, что на стриме сидите. Так что давайте тут без этого. Без того самого. Я только его и жру. Когда горло болит, нельзя жрать. Но я вот так и подумал. Ты еще бы перец сожрал. Блядь, все, не начинайте нахуй. Я просто что-то, знаете, такое-то поужинал. Горло прополоскал. Думаю, блядь, что за хуйня? А, пососал этого ебаного шалфея, блядь. Вот. Думаю, что за хуйня, почему мне, блядь, глотать больно, нахуй. А потом думаю, ну ясно, блядь, чеснок ебаный. Хули, не привык жить один-то, блядь, ухаживать. Некому за мной, блядь, все, нахуй. Не самостоятельно нихуя в болезни-то, блядь. Не знаю, чем лечиться. А еще у меня, сука, ухо правое звенит, заебало, блядь, пиздец какой-то, блядь. Шалфей он пососал. Да, шалфея пососал, что поделать. Гик, тут жена нужна. Ну, блядь, а где ее взять-то, жену эту? Андрю, как я тебя понимаю, как, ну да. Шалфен, Гик тут жена. Ухаживать еще за ним какой? Потом к льду ходишь, Ульфрик. Да хочу, ну правду он же говорит. Нужна какая-то девушка. Ну не жена, но девушка хотя бы, не знаю. Желающих, видите, нету. Была одна со стулом. Но она что-то смылась. Говорит, нахуй иди. Ну или не говорит, не знаю. Кстати, Кирилл про зубы напомнил. Я один раз, блядь, у меня зуб разболелся. Отдавал, короче, получается, в челюсть. А верхний зуб неудаленный разболелся. Отдавал в челюсть низ.
То бишь там все без нервов удаленные, а такое чувство, как будто они болели. Так вот я, блядь, он у меня разболелся в 3 часа ночи. Я досидел до получается, 9 утра. Поехал в 9 утра, блядь, на такси, нахуй, в больницу, блядь. Мне, нахуй, вытащили, блядь, верхний зуб, блядь. Потому что это был он, и, типа, он восстановлению не подлежал. И все, и как бы обкололи уколами. И заснул только вечером на следующий день, блядь. Просто пиздец. Так что как-то так. В Таджикистане за гражданство же. Жену можно на рынке подобрать. Жесть, да. На каком рынке, блядь? О чем вы? Нет у нас таких рынков, у нас Омск. Верос. Вот и спорили, он макросиком бьет больше, чем, блин, Лен. Конечно. 3 макросика. Я просто думал, призывать еще или хватит? Да хватит, кого куда тут уже. Да, мне кажется, хватит. Что и работа. Призывай еще. Сегодня пятница. Или что случилось? Призывайте еще жабу. Или призывать? Нет? Окей, нет. Хорош, тогда. Сходите, кто-то призовите. Давайте еще одну и последнюю. Ну, не знаю, ну кто пойдет? Я вот, допустим, уйду сейчас с этой просто. Ну, я думаю, многие сейчас уйдут, не? Ну ладно. Была последняя жаба. Аэрограф. Пиздец просто какой-то. Дикин зал. Где луки на гладах? Бля, я бы тоже пакет хотел за 3к, блядь, раз это ж пиздец. Да, нафиг. Давай. Ты мне рассказал, завидую тебе. Но у меня денег вообще по нулям, блядь, с этой болезнью еще ебаной, блядь, неделю дома, нахуй. Ой, блядь. Жесть, такие рынки закрыли уже при отмене крепостного права. Какой-то у вас Омск не очень. Ну да, какой-то не очень. Слышь, сейчас супец остановился. В твое время, ну тебя банят. Предлож банить площадь, дома холодно. А за сколько его купить можно? Ого. Хрен знает, надо аукцион проверять и смотреть. И это, пока какой цене там продают, и продать ниже тебе. Поэтому сейчас не могу сказать. Это, ребят, что, фрирол камни? Камни фрирол, да. Только договоры пушки, как бы пушка, договор один. Тык. Давление, если ухо звенит. Не, ну я думаю, это не давление, звон, потому что чё оно столько звенит-то? Значит, в ухе звон. Давление слуха. Может, давление, кстати. Ну я не знаю, просто я считаю, что как может давление держаться, если я херачу КГЦЛ уже полтора суток и парацетамол, блядь, вместе с ним, нахуй. Плюс
полоскаю горло, блядь, двумя средствами, содой, блядь, солью, нахуй, в теплой воде, блядь, и каким-то раствором там пиздеца, блядь. Такое уебищное средство. Еще и шалфейчик сосу, блядь. Как может быть давление уже полтора суток? Или может это реакция на какие-то таблетки, ну я не знаю. Ну, в общем, я сегодня смотрел сериал по телеку. Я вот слушаю, как бы, ну, смотрю прямо в голову, а у меня в правое ухо отдает, как будто, блядь, это 4D или 3D, блядь. Ну, короче, типа с запозданием в правое приходит, блядь, пиздец. Да все, подохну, походу, ребят. Если что, кто тут из Омска есть, заберите мой там канал, блядь, стримы там, не знаю. Будете стримить, вспоминать обо мне, ставить лайки. И перса тоже не жалко забирать. Капец, ты букет из болезни, рассадник просто. У меня был выбор, купить пакет или прибухнуть дня на 3. Да нахуй это прибухнуть. В другой день. Такая реакция, какое давление, слушай, это температура и ток. Может быть. Но температура вроде невысокая на самом деле. Много еще камней это вроде. Так, когда новый сезон-то, можно сегодня осаду пропустить, да? Новый сезон с 1 октября. Тоже древние языки пошли, фурацилин. Да-да-да. У меня тут принесли, я вообще сейчас вам прочитаю, блядь, даже. Только не смейтесь, если эта хуйня не подходит. Я не знаю, это мне эта семья, блядь, дала полоскать горло. Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05. Средство дезинфицирующее, кожный антисептик. Ебаться, сраться, блядь. Хлоргексидин биглюконат, блядь. Сука. Блядь. Кого? Вот так вот, да. Меня положили, когда со спалилёгкой в армии, господи, так тендеска, люблю душа. Хоть побрёшь счастливым, ну да. С витамином С или с чем-то. Я чё там в аскорбинке? Надо сейчас какой-нибудь фильм, главное, найти, а то я, блядь, не усну. Или на осаду уж прийти через час. Кожным антисептиком горло собрался полоскать, новое слово в медицине. Ну так его же растворяешь, ебать, раствор раствора, да. Бля, кстати, да, может, блядь, действительно не стоило его использовать, блядь. И выпить залпом. Может, я не так понял, кстати, блядь. Ты идиот, идиот, блядь. Ой, пиздец, ребята. Ну, я хуй знаешь, блядь, ну, нельзя же, ну, не надо было же горло тереть им, блядь, сука. Я бы не стал этим, для кожи любого случая, не для горла же. Не в ту сторону лечишь, сука. Все, короче, блядь. Не буду им полоскать, буду полоскать соды солью, все. Извини, антисептик, но тебя забраковали, блядь. Ну, а КГЦЛ это нормальная тема? КГЦЛ есть, парацетамол, сейчас скажу еще. Завтра чего меня ждет. У меня тут, блядь, меню, нахуй, из таблеток, нахуй. Ебал я в рот, нахуй. Ибупрофен еще, ебаный стыд. Что-то, кстати, ибупрофен, я не знаю, он помогает вообще или что? Есть тут врачи?
перепроверила именно им. Антисептик для кошек. Сука. Бля, ребят, вы такие охуенные доктора. С вами я по-любому выживу, блядь. Надо с вами, блядь, в ролевую игру в больницу играть. Ребят, я понял, блядь. Сделай стримера счастливым, называется. Блядь, будет стрим, нахуй. Сука. От головы. Ибупрофен от головы? Хуйня, да? А хули мне его тогда дали? Да. Я врач. Чтоб гик не снимал стримы больше. Наверное, блядь. 100-200. Да не, нахуй ты чё, я... У меня хуёвая реакция будет. Я тебе скажу, у меня просто это... Не, я наоборот разболеюсь. Мне алкоголь не помогает. Я вчера этот мед злоебучий-то, блядь, с чаем пил, блядь. Думаю, сука, как этот, блядь, как этим медом-то лечиться, блядь? Ну, типа, выпить меда с горячим чаем, блядь. Это уже после чеснока было, когда я глотать не мог, блядь. Ну и хули, я, блядь, взял эту ложку меда, блядь, съел, нахуй, чаем запил, блядь. Одна хуйся нихуя не помогает, думаю, ебаный рот, блядь. Хуёвый из меня доктор, короче, ребят. Не жгло. Не жгло, оно же типа это. Но у меня сеструха, ну, с почти медицинским образованием. Она же мне и посоветовала вот эту херню, когда таблетосов не было. И вот КГЦЛ еще завтра на полдня, я не знаю, надо будет или в аптеку идти еще за КГЦЛ, блядь. Или это злоебучий ибупрофен хуярить, блядь. Не понимаю. Короче, мне не нравятся эти лекарства. Я хочу, блядь, которые помогают. Я устал 4 дня болеть, блядь. Я уже не могу, блядь. Врача вызвать? Да ну нахуй, блядь, этого врача. Антигрин ебош. Антигриппин, все понял. Ребята, вы такие помощники у меня. С вами точно жить буду. Да не, на самом деле сейчас, если горло пройдет и ухо пройдет, то будет более-менее. Башка, скажем так, какая-то температура и сопли, это уже похуй. Просто горло это вообще пипец. И ухо. Подорожник, ебошь. Да-да-да. К какому месту его, блядь, голове прикладывать, похоже, да? И клизму. Клизму спиртовую. Ну да, ребят. Насосом, сука. Блядь, кто там нахуй нагнутый, блядь, стоит? А, понял. Все, нахуй это все. Хуже не будет. Ну да, да. После этих полосканий-то, да? Ну и хуже уже не будет. И тут бац-бац. Да? Вот это. Так, сейчас я посмотрю, почему до эвки.
По 89 это Лаиса. Не, у меня Кинарис только нет. И лучше тоже. Ну, с таким-то видом лечения, блядь, энтузиазмом, ребят, вашим, я уже точно понимаю, что лучше не будет, блядь. Хорошая, я купил себе машину. Красава, лучше. Да-да, именно так. Блядь, и посмотреть нечего, блин. И по телеку, не по телеку. Пипец какой-то. Дайте денег стримеру. Кстати, да. Если не жалко денег стримеру, то дайте. Он себе купит что-нибудь вкусненького и, возможно, лекарств. Или наоборот, сначала лекарств, потом вкусненького. На лекарства? Да не, ну на лекарства-то нет. Я просто не знаю, стоит еще Кагацело покупать. Кто же шарит, не? Или никто не шарит, блядь. Пиздец, ребят, вы такие полезные, блядь. Даже не знаете про Кагацело. А, еще у меня есть ксилен, ебать. Это, короче, блядь, в нос капать, блядь. Капли в нос, блядь. Хуй пойми зачем, блядь. Я просто думаю, может, блядь, не смешивать все лекарства за одну болезнь, блядь. А то, нахуй, я, конечно, коктейли люблю, но не настолько, нахуй. А то я начинал, блядь, с парацетамола, блядь. Потом, нахуй, антисептики пошли в ход, блядь. Кагацело и бупрофены, блядь. Чем мы закончим, блядь? Чистым героином по вене, блядь. Ну, уже мертвы нам-то что? Тоже не знал, пока не заболел. Что мертвый умереть не может. Все, я понял, ребята. Я понял, что вы охуенные помощники. Мне так повезло с вами. Спасибо, что вы есть, ребята. Вот. Ладно, ребят, на сегодня все. Буду выключать. Я просто понял, что за эти дни, что надо стримы немножко меньше делать, когда болеешь, потому что горло просто охуевает. Очень жестко. Вот прям вообще пипец. Ну, либо это этот блядский антисептик или чеснок, блядь. Тут уж одно из двух, блядь. Или стрим, или чеснок, блядь, или еще что-нибудь. Привет, Андрюха, как оценил стопангину, пшик в голову, чуть полегче стало. Привет, Лех. Красава, красава, братан. Кагацелом, да, в общем, кагацелом надо хуярить. Ну, завтра тогда еще один куплю, блядь, а сколько он стоит? Вопрос на миллион. Мне-то его принесли, блядь. Ладно. Похуй. Да хули отлежаться, я 4 дня лежу, блядь. Никаких сдвигов, блядь. Я вообще не понимаю эту хуету, блядь. Вот. Ладно, ребят, спасибо огромное за позитив, за эмоции. Спасибо за общение. Вот. Сильно не обижайтесь. Вот. Я не специально заболел, блядь. Не специально болею уже 4 дня, блядь. И как бы... Я бы сам давно хотел уже выздороветь, поправиться и постримить, пообщаться, знаете, как бы. Просто был бы я здоровый, и сейчас можно было очень много тем развить, даже по этим опросам, по приколам с Геймфорджем, по банам стримеров, фришек и так далее. Но, блин, просто, сами понимаете, такое состояние, не состояние. 500 с копейками 200 стал, меня посылают, понял, понял, окей. Ладно, ребят, все, всем спасибо. Если будете донатить на вкусняхи, может, подрублю почаще. Шучу. Ладно, все, ребят, всем спасибо. По традиции, ну, спать, конечно, рано, но если кто-то захочет пойти прилечь поспать, то спокойной ночи. А если кто-то уже проснулся или еще планирует заняться всякими делами, то удачного вам начинания. Спасибо. Да, жестко, жестко. Спасибо, ребят, что были на стриме.
Не теряйтесь, приходите. Все, всем спасибо, всем пока.